Так, начинаем урок. Что происходит? Это пожарная тревога. Все на выход, срочно. Вы должны как бы последний идти. Ой, да мне пуфик. Ребята, выходим, выходим. Боже. Срочно, давайте, быстро, быстро. О, нет, там пламя. Я же не успела кофеек допить. Ребята, бежим. Боже. Боже, нужно бежать. Что случилось? Что с моей ногой? Она прилипла. Нет, там жвачка. Боже, помогите. Ой, боже, нужно бежать. Помогите, пожалуйста. Моя нога, она прилипла, помогите. Так, дело за мной. Либо спасаться, либо спасти человека. Так, я не знаю. Это Алина, мы же с ней не дружим. Она меня предала, я ее. Боже, что делать? Что бы вы, ребят, делали? Ё-моё, я не знаю. Мало времени. Ладно, Алина, давай руку. Помогите. Давай. Боже, спасибо, бежим. Бежим. Давай скорее. Так, вроде все выбежали. Так, пересчет, встали в смерть. Так, раз, два, три, четыре. А где еще две? Алины нету. И Насти. О, боже, мне влетит. Где они? Так, кто отважный юнга пойдет спасать девочек? Я пойду. Стой! Слушай, ты мне на хорошие оценки учишься. Давайте, двоечник какого-нибудь. А что вы на меня смотрите? Я могу. Я сказал нет. Боже, Настя, спасибо тебе. Если б не ты, я бы сгорела. Да пожалуйста, мы тут. Ну и где вы шлялись? У вас пожарная тревога. В туалете, небось, кратились. Нет, я не могла со стула встать. А что, у тебя двух ног нет? Нет, я прилипла, ко мне прилипла жвачка. Это не смешно. Это реально не смешно. Там реально была вот такая жвачка. Нечего кушать было. Да я вообще опоздал. Это не моя жвачка. Да ты что? Наверное, я поел. Ой, а я реально ел. Вот именно. За вас, плохого учителя, я на вас в суд подам. Да ты попробуй. Она попробует. Получай. Пшу. Ой. Настя. Хе, моя. Хе, твоя. А вы мешали любовь с табаком. Так, сколько там время? Уже 6. Ё-моё, а я только домой вернулась. Вот это я долго, конечно. Ну, наконец-то! Алина, привет! Почему ты мне не звонишь? Почему на звонки не отвечаешь? Почему ты пришла не в 2, а в 6? Ой, мам, так много вопросов, да я сначала зайду. У нас была, короче, там пожарная тревога, у нас там что-то школа загорелась. Что? Я не могла из кабинета выйти, потому что приклеилась к стулу. Что? И ты мне даже не позвонила, ты издеваешься? Да я всё, я жива, здорова, все нормально. Ой, а что тут за подарки? А вот не тебе это подарки, иди в свою комнату. Ну ладно. Здесь с Настей помирились. Ну вот хотя бы одна хорошая новость. Так. Так, переоденемся. Ой, что-то не то, наверное. Так, вы ничего не видели? Так, все, переодеваемся. Все, готово. Что еще за подарки были? Мне мама не хочет давать. Наверное, опять для этих малолеток достали. Алина! Чё мы расселись? У тебя не только сегодня школа была, и завтра, и послезавтра. Да я знаю. Так а чё там мы уроки не делаем? Давай, взяла и быстро-быстро полетела. Фу, да-да, делаю. Не хочу. Я тоже много чего не хочу. Давай, делай. А я пойду девочек уже встречать, скоро должны прийти. Кстати, Алина, иди сюда. Ай, да мам, что? Что-что, пойдемте кое-что покажу. Вот, пожалуйста, смотри. Офигеть! О, так. Ну-ка, покажи мне тут все. Так, котяр. Так, что тут? Так. Боже, мама, я очень хотела почитать эту книжку. Она же сейчас супер популярная. И супер дорогая, спасибо. А что это решила, что эта книжка тебе? В смысле? В коромысле, это я себе заказала. Что? Мама, твоя дочка первый раз захотела почитать. Так, Алина, никакой читать, иди свои уроки делай. Эта книжка мне. Ну, пожалуйста. Хорошо, по очереди будем читать. Сначала я. Вот тебе тут фотоаппарат, штука. Держи. Можешь себе вот какую-то штуку выбрать. Да зачем? Я хотела книжку. Ну ладно, тогда возьму вот этого фиолетового. Ну все, спасибо, я пошла. Иди, а я почитаю тут. Давайте, девочки, заходите. Так. Пап, а можно еще быстренько на батутике поплыгать? А где батутик? У нас и батутик был. Ева, был, да, всплыл, пойдем. А мы вязали любовь. Девочки, привет, проходите. У меня для вас подарочки есть. Подарочки? Так. Пап, лазуй нас тут, давай. Так, все, пошли. Давай, мамочка, мы любим подарочки. А переодеться? Потом. Все, подарки как бы. Ладно, пойдемте. Оп. Садись сюда. Все во внимание, давай подалочки уже в луки прям. Так, Ева, успокойся. Ну, пускай это будет Еве. Вау!
Так, это мне не надо. А это пускай будут Габи. Фау! Это мне не надо. Нет, это мне надо, а это не надо. Хи-хи. Так, погнали. Так, стука, оп, оп. Вау, мам, спасибо. Да не за что. Так, у меня Светика. Оп, оп. Ой, такая Зуалина. Спасибо. Не за что, не за что. Так, дальше я. Шасти! Да ну тихо, не ори. Спасибо, я вот хотела. Так, и последний у меня. У меня птица. Я ее хотела очень. Офигеть, мам, спасибо большое. Это я собираю птиц. А что это ей? Ты посмотри, что у тебя еще. Холосу. Так. Так. Офигеть, слайм! Спасибо. Да не за что. Так, давайте пакет, идите наверх, переодевайтесь. Ура! А это, кстати, еще не все. Идите сюда. Еще не все? У нас сегодня какой-то праздник, ты не думаешь? Реально. Так, пошли. Так, вот, девочки, смотрите. Это, получается, Габи. Вау! А, тут вам рисуночки, будете рисовать. Ура! И вот вам подушки, выберите, кому какая. Вау! Мне такая. Нет! Девочки, наверху выберите, идите. Поехали. Так, Габи, какую? Ты умеешь формулировать фразы? А ты будто умеешь. Да, умею. Так кому какую? Ну, я не знаю, дай посмотрю. Мне нравится вот это прикольно. Вот я ее сюда положу. Так. А что ты за себя лисаешь? За меня ты с ней. А хотя под Энделлио мне вот это подходит. Вот сюда кинем. Так, Ева, я уже не первый день тебе говорю убраться. Посмотри на свой стол. Это вообще что такое? Это не я. А кто? Муха с заготовок тебе прилетела и натворила тут. Да. Да ты шо? Да не шокай. Шо? Да не шо. Ого, вау. Элли. Максим, что тебе? Ты опять какой-то путевки нашел? Я говорю, я не согласна. Почему сразу путевки? Во-первых, я нашел очень-очень крутой ресторан на ночь. Во-вторых, я нашел няню. Вообще какая-то недорогая. И согласна на любое время. А? Покупаю. Кого там собирался покупать? Какой вообще ресторан? О чем ты говоришь? Мы поедем сегодня на ночь в ресторан с друзьями. Потусим. А к девочкам няню закажем. Ну ладно, давай. Ого, первый раз так согласилась. Да пошутила, конечно. Да ладно, не шутка. Давай, я иду собираться. Ух ты, все, звоню няне. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы согласны вас принять. Вы кинули запрос, вот мы согласны. Можете уже приезжать. Конечно, я еду. Спасибо, до свидания. Все, поехали, одеваемся. Так, Максим, я платье одевать не хочу вообще. Поэтому одену просто что-нибудь нарядное. Вот это, например. Ну, может, платье? Я сказала нет, все, не надо меня тут уговаривать. Все, понял. Так, ну я тогда вот это все готово. Я девочек предупрежу. Габи, скоро к тебе приедет няня, пожалуйста, слушайте няню. А мы с папой кое-куда уедем. Опять? Да, Габи, опять, 25. Так, Ева, я все слышала. Ну и молодец. Так, Алина. Алина! Да что, сижу тут я. Мы с папой едем в ресторан. О, а мы тоже? Нет, а вам придет няня. Кто? Ты со мной не могла девочек оставить? Нет, не могла. Поэтому к вам придет няня, она вас тут покормит, положит спать, все нормально будет. Ну ладно. Конечно, как-то не очень бы хотелось. Так, все, Алина, хватит мне тут. Иди уже вниз няню встречать. Пойдем. Ай, да, иду. Пошли, Ева тоже. Скажите, чтобы прибрались у Евы. Аж смотреть противно. Габи, ты тоже давай вырубай свой планшет и пойдем. Все гуд? У меня спрашиваешь? Все гуд. Поехали. Так, давайте. Поехали. Так, все, мы поехали, дочки, выжите няню. Да, ждем. Все, пока. Куртку, что ли, не одевать? Да мы на такси поедем, включим там отопление, пойдем. Только на VIP бизнес-класс. Да, конечно. Все, пойдем, я уже заказал. Да как ты так все быстро успеваешь? Ну я же не ты. А что я? Ну, постоянно опаздываешь. Ах ты, ну-ка! Так, бин-дон. Подготовили планки и всякие ловушки. Какие ловушки, Габи? Ну, для этой тупой. Габи, тут тупая только ты. К нам сюда няня пришла с нами сидеть. Да не с нами, а с Габи, точнее. Заходите. Приветик, девочки. Ой, привет. Здравствуйте. Ну что ж вы дверь закрывать? Ну не нужно, а жену зачем? Пойдемте, покажите мне ваш дом. Она странная. Че ты в костюме ананаса? Тетенька. Да, Габи? Откуда вы знаете мое имя? Кстати, да. Ну, ваша мама сказала. С фиолетовыми волосами Габи, с белыми Ева, а с коричневыми Алина. Ну ладно. Давайте, покажите мне уже дом. Она странная. Боимся. Пойдем. Слушай, девочки, мне нужно уже пора на тихий час. Так мы же вам еще дом не показали. И еще вообще 6. В 6 это очень ладно ложится. Так, девочки, не хотите спать? Сейчас. А тут они должны были быть где? Ай, не тут, боже, где? Так, опа. Так. Так.
Все, вот они готовы. Так, идем, идем. Вот таблеточки есть. Нужно, мама сказала, их выпить. Но мы не пьем таблетки. Мама сказала выпить, я ничего не знаю. Все, пойдемте на кухню. Я не хочу их пить. Раз мама сказала, не думаю, что это котыня не будет, котыня неадекватная. Так, давайте я вам кружечку возьму. Тут вот эту, ну, нормально, да? Это папина, он там слюнявит. Так, Габи. Нормально, нормально. Ну, вот и хорошо, садитесь. Так, сазусь. Так, давайте, Габи. И таблетку давай. Фу. Так, Алина, давай. И таблетку. Фу, какая невкусная. Фу, я не хочу. Так, Ева, давай. Давай, сейчас налью тебе еще воды. Давай. И таблетку давай. Фу. Ничего подобного, обычная таблетка. Просто для взрослых. Так мы маленькие. Ничего, у вас уже этот, опа, организм здоровый. Пойдемте, чтобы вы не упали, на диванчик сразу ляжем, давайте. А с чего мы должны упасть? Я не знаю. Она какая-то странная. Да. Ой, девочки, что-то мне как-то... Ой. Yes! Заходи! Наконец-то, я уже устал ждать. О, ну все. Устала я в этой штуке ходить. Теперь все будет супер-юпер. Давай, подошили их уже. Так, бери этих девочек. А, и в машину, понял. Так, а я эту. Твойти. Ой, какая сумочка. А мне идет, посмотри-ка. У нас нет на это времени, пойдем. Да ну что, ты не можешь сказать, идет мне сумка или нет? Ты что, украду, красиво же. У нас нет на это времени. А я сказала, есть! Что происходит? Ой, ладно, сумка реально не то. Так, стоять. Что происходит, Алина, помоги. Так, отпусти меня. Так, давай стой. Алина, помоги. Да успокойтесь вы. Что тут происходит? Вы опять за свое? Хотите, чтобы был суд? А потом вас не просто в тюрьму посадили, а застрелили, да? Этого вы хотите, да? Да? Скажи мне, да? Да. Так, все, хватит болтать. Полина! Да дай! Тихо. Все, я их понес. Давай, давай тоже. Угу, пойдем. Иди спокойно, пожалуйста. Ну что, их в машину, да? Да-да, давай в машину. Какую машину? Дай мне моих сестер. Да успокойся, поедешь ты с ними. Только спокойно иди. Вообще, переоденусь всю. Пойдем. Сегодня или завтра нам еще в суд ехать, поэтому копи силы. Какой суд? Я там все расскажу. А тебя спрашивать не будут. Пойдем, пойдем. Алина! Девочки, я все придумаю. Да ничего ты не придумаешь. Пойдем. Давай иди. Я не хочу опять тут быть. Захочешь, давай, давай. Давай, давай, заходи. Спускай девочек. Иду, 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 иду. Алина, Алина, придумай что-то. Девочки, я все придумаю. Так, я тебе не сказала. Давай, заходи. Да успокойтесь вы. С вами же папочка. Ты нам не папочка. У нас папа Максим зовут, а не Алтём. О, слушай, да вообще разницы нету. Есть. Нету, я сказал. Так, Алина и девочки, можете быть в своей комнате. Играйтесь. Мы не будем играться. Отпустите нас сейчас же. Я сказала нет, что это непонятного? Так, я закрываю на замок. Все, ключи у меня, все-все. Вы еще пожалеете. Вы, может, и да. А ты держи своих сестер, а я иду в суд подавать на ваших родителей. Что? Только попробуй. Нас Амбрелла спасет. Боже, Амбреллу вашу я уже давно забрала тоже. Она сидит вон в туалете, трусится от воды. Что? Покажите. Спокойно. Пусть полежит, потом отдадим. Нет. Я в джакузи, я в джакузи, я в джакузи. Так, всем не с места. Что происходит? Семья Шабашкин, встаньте. Да-да, это мы. Что случилось? На вас подали в суд. Мы едем прямо сейчас, давайте, давайте, собираемся. Что? Нет, что, подождите. Кто подал? Узнаете в суду, давайте, давайте. Или что происходит? Максим, я откуда знаю? Проходим, пожалуйста, уже не первый раз, давайте, давайте. Да уже как второй дом тут. Так, ну кто? А вы что тут делаете? Подали в суд. На кого? На нас? Вы ничего там не перепутали? Нет, не перепутали. Идите на свои места, давайте. Ну мы сейчас им такое сделаем. Давайте, интересно прям послушать. Так, вызываем сюда, пожалуйста. Итак, суд начинается. Синяя сторона, пожалуйста, говорите. Итак, начнем с того, что мы подписали договор о том, что мы забираем девочек себе. Так, красная сторона, молчите. Мы забираем девочек себе, они дают на это согласие, что мы становимся ими родителями. Что ты несешь? Так, еще одно замечание, и вы удаляетесь из зала. А сейчас они нам заявляют то, что хотят обратно наших девочек. Хотя это наш, у нас есть все договоры, как они подписали. Пожалуйста, покажите. Да-да, конечно. Вот, вот, все тут написано, посмотрите. Так, и вправду. Подпись ваша. Моя? Итак, красная сторона, что вы на это скажете, пожалуйста?
Я вообще не понимаю, что происходит. Я сидела в ресторане. Мой муж заказал няньку моим детям, чтобы посидели она с ними. И сейчас нас из ресторана вывозят, и вот ват тебе вам. Какая-то вообще неразберуха, я ничего не понимаю. Так, что за нянька, пожалуйста, синяя сторона, объясните. Да, конечно, сейчас объясню. Они правда заказали няньку, меня. Но там было в конце написано, что я нянька только на первые 10 минут. А потом я забираю детей. Это было большими буквами. Максим. А я-то думаю, что 10 токенов стоит? Максим! Ты издеваешься? Тебя читать учили. За тебя только проблемы у нас. Да это правда не я. Так, Крастеран, вам есть что сказать? Есть! Мой муж просто слепой. Он не прочитал. Это не доказательство. Синяя сторона, есть что пояснить? Есть. Уже девочки живут в нашем доме. Уже там вообще рады. То не живут с этими богачами. Мы тоже как бы богачи. Да ты что? Так, суд удаляется на решение. Оставлять детей вам или отдавать обратно вам? Максим, подошел сюда. Да это правда, это случайность. Суд принял решение. Пожалуйста, на места. Итак, в этом суду у нас побеждает синие. Простите, но девочки отправляются к ним. Что? Да вы себя опять слышите? Спасибо большое. Вы сделали и вправду правильное решение. А что такое? Вы сами подписали договор. Вот именно. Они хотели просто погулять. В смысле погулять? Я тоже как бы не понял. Они устали от детей и хотели жить новой жизнью без детей. И вот подписали договор. Так это вообще все решает. Теперь точно. Девочки ваши. Спасибо, мы будем самой лучшей семьей. Не за что, не за что. Нет, нет. Так, подождите. Это нечестно. Такого не было в договоре. Я уверен. Суд окончен. Чик. Я ухожу. Что нам делать? Что делать? Воровать! Побежали за ними. Только попробуйте. Пойдем к нашим принцесскам. Да ну не ной! Нужно действовать, а не ныть. Пойдем. Девочки. А мы победили. Чик-чик-чик. Приветик. Можете нас поздравлять. Победили, теперь вы точно наши. Да какие ваши? Мама блюет нас из-за белет. Все неплавно делаете. У мамы как бы скоро день рождения. Вы будете вот так вот ее расстраивать? Подарок на день рождения, так ей и надо. У меня как бы тоже был недавно день рождения, и вы меня, девочки, не поздравили. Потому что нам на тебя все равно. А маму мы любим, поняла? Ничего не поняла, ничего не слышала. Собирайтесь, едем на поезде. Куда? Подальше от этого дома, чтобы нас не нашли. Давайте, мои пухляши. Мама! Элли, нужно дождаться момента. Никакого момента. Ну здрасте, мордасте. Пердасте. Отходите. С какого? Мама, мама! Отойдите. Мама! Вы что, не слышите? Девочки ноют. Отошли. Девочки побежали. Мам. Бежим, я сказала. Бежим. Никуда вы не побежите, а вы отходите. Кто вас учил трогать женщин? Сам себя научил. Ты чё, опупел мою жену обзывать? Эй, успокойся. Сам там успокойся, отдай девочек. Девочки, сюда. Идем. Так, куда вы там идете? Встаньте. Подожди, предлагаю так. Эту ночь девочки с нами. Завтра вечером. Никакого вечера. Да послушайте вы. Завтра вечером примем решение. Может быть, вы нам кое-что другое дадите? Что? Вы согласны на все? Даже на свое... Ой. Короче, эту ночь точно девочки с нами. Потому что мы выиграли в суде. Вы хотите неприятностей? Ладно, только, пожалуйста, завтра утром мы к вам приедем. И вы нам все расскажете, что и как. Что мы вам отдадим? Конечно. А сейчас уходите из нашего дома. Спасибо за гостеприимство. Я буду тут сидеть. Прям тут ждать. Эй! Это неприлично. Хорошо, отойду на 2 шага. Нет, идите к себе домой. Мам, папа, нет. Не оставляйте нас тут. Девочки, у нас нет другого выбора. Дайте хотя бы. Так, ничего. Поцелую хотя бы дочек. Это наши дочки. Папа! Так, все! Не нравится мне это. Валим, девочки, все. Давайте, быстро. Это что такое? Мы выиграли в суде, вам непонятно? Это наши дети, вы подставили нас. Хотите, прямо сейчас пойдем в суд? Суд уже закрыт. Предлагаю завтра утром. И расскажите, что вы там хотите. Согласна. Завтра утром мы все докажем. Да, согласен. Но сейчас девочки с нами. Хотя бы одну ночь, спасибо. Хорошо, но завтра утром мы едем в суд. Подайте обещание на видео. Хорошо. Давайте записывать, вот у меня тут кармашек. Мы подаем обещание, да. Мы никуда не уедем, завтра идем в суд.
спасибо. Завтра в суду. Пойдем. Все, мои лапусечки, ложись спать. Девочки, все будет хорошо. Мама выберет нас. Давайте. Мама! Все будет хорошо. Можно я буду спать у девочек? У тебя есть своя комната, Алин? Ладно. Спокойной ночи. Ничего, завтра утром все докажем. Доказательства у нас есть. Ага. Максим, подъем! Да что опять доброе утро, не с доброго? У нас суд, ты забыл? Да. Сейчас сколько времени? Подожди. Мы успеваем еще 15 минут. Тогда быстро одеваемся! Это кто? Мам, я не думала, что ты меня не узнаешь. Амбрелла! Я помогу выиграть. Но ты же вроде как это тоже тебя забрали. Да все они навлали. Давай, я жду вас. Уж амбрелла. Максим, давай быстро переодевайся. А на работу? Какая работа? У нас суд на носу. Ладно, все, понял. Так, все, я одет. Да все, берем терминатор и пойдем. Да зачем? Вот так вот в руки не легче взять. А, ну да. Все, побежали в суд. Да забежим. Суд, вы что ли не видите? Они не пришли. Мы можем уходить. Подожди, у нас еще есть законные 5 минут. Здравствуйте. Простите за это опоздание. Мы спешили. Все, садимся. Амбреллу на отдельное место. А, все, понял. Садись, пожалуйста. Так, здравствуйте. Угу. Суд начинается. Пожалуйста, красная сторона, говорите. Итак, мы решили, вот, мы собрали все документы, чтобы доказать то, что, когда мы заказывали няню на дом, там не было ничего сказано о том, что мы отдаем детей. Вчера мы были супер неподготовлены, сегодня мы уже все поняли. Вот, пожалуйста, рассмотрите вот эти 2 документа, которые вы сейчас держите, там самое главное. Хорошо. Так, и вправду, тут скрины о том, что там нету такого. Я могу объяснить. Я рассматриваю документы. Извините, а вот это что такое? Вот это? Это доказательство того, что девочки хотят быть с нами. Подтвердите, пожалуйста. Да! Ага. Что-то идет что-то не по плану. Ты обещала. Поэтому, пожалуйста, рассмотрите документы внимательно. А не как вы рассматривали их документы? Да-да, сейчас, секунду. Так. Ну, слушайте. В их документах было показано то, что в документе с нянькой, где вы заказывали, там все было. Это фотошоп. Можно воспользоваться телефоном? Пожалуйста. Ну давайте. Максим, телефон. Максим! Мамочка, у тебя есть я. Вот, пожалуйста, сейчас секунду найду. Вот, пожалуйста, посмотрите. Это тот самый сайт. Ага, заберите документы. Я вижу, вот тут заказывали. И тут и вправду ничего такого не написано. Брыла. Тулить маме я. Тут и вправду нет ничего о удочерении. Что вы мне показывали? Я показывал вам правду. Так, пожалуйста, синюю сторону даю вам слово. Это все вранье, пожалуйста, посмотрите внимательно. У нас все правильно. А там, там они скрыли. Ну покажите, раз они вот тут скрыли. Где? Сейчас. Стоп. Это не ваш телефон, вы только из моих рук. Покажите. Ну, я не могу так. Все ясно. У вам есть что сказать? Есть. Ну, мы не виновны. Отойди отсюда. Давайте я скажу. Пожалуйста, рассмотрите эти документы. Я же вчера их полностью рассматривал. Так, спасибо, Амбрелла. Это другие документы. И более понятные. Ага. Зачем вы мне это показываете? Если в телефоне и так все видно. Но это подстава. Я не вижу никакой подставы. Принесите телефон, рабочий. Сейчас. Вот, господин. Ага, открой, пожалуйста, мне этот сайт. Да, конечно. Вот, на этом сайте мы заказывали няню. Так, и найдите, пожалуйста, мне именно эту няню. Да. Секунду, я камбрела. Так. Эй, телефоны, сюда нельзя! В этом случае сейчас можно, я разрешаю. Так. Вот, просто нашла, вот эта няня. Ага. И тут и вправду нету. Посмотрите, подойдите, пожалуйста. Так, я могу свалить. Ну, давайте. Вот, пожалуйста, поглядите. Это ваше объявление. Да. Тут ничего не написано об удочерении каких-то 10 минут. Просто очень дешево. Это только смущает. Все, суд удаляется на принимание решений. Вы что, обещали? Что мы обещали? Я ничего не понял. Вы сказали то, что просто докажете, но девочки останутся с нами. Что? Когда такое было? Мы пошли к вам навстречу. Лучше бы мы сбежали. Так, собирай девочек, мы бежим. Суд! Да ну что такое? Да. Они собираются сбежать. Так. Это неправда. Это правда. Полицию, пожалуйста. На месте. Так, пожалуйста, проследите вот за ними. Хорошо, слежу. Суд удаляется на принимание решений. Ну что ж, Хома, как ты думаешь? Кому мы дадим? Ла-ла. Да, я тоже так думаю.
Ну все, Хомочка, спасибо, спасибо. Садись, садись, я пошел. Итак, суд на месте. Свои места. Удачи, удачи. Так, телефон из зала. Ага. Держи, Максим. Все, мы ждем. Ага, итак, в этом суду у нас побеждает... Итак, я заново принял решение. И на этот раз девочки отправляются к... Что за посторонние звуки? Это у меня так сердце бьется. Потише, пожалуйста. Да тихо, я сказал. Все, все. Ура! Ну, наконец-то! Опять 25 было. Тут нужно же нам верить. Простите, простите. Все. Суд окончен. И наказание получают... В пожизненную тюрьму. Да-да. Девочки, ко мне бегите. Мама. Габечка моя. Мама, мы. Да ну стой. Ну посиди ты со мной. Отстаньте. Мам, а ты уже рассказала про мега-конкурс? Потом. Вы можете начинать участвовать, подписываться и лайкать. И плюсики. Боже, девочки. Как я счастлив. Что-то случилось? Да растрогался я с вами тут. Я до вас еще доберусь. Доберитесь до своего палаты. Пойдемте, пойдемте. Открывай. Опять вы, ну что вам тут не сидится, а? Следим за ними, а то они такое вытворяют. Да знаю, я знаю. Пожалуйста, не уезжайте больше никуда вечером. Да, конечно, не уедем. Но если уедем... То без няньки вас оставим. Все, поехали уже, поехали. Хома, ты уверен? Угу. Ну ладно. Так, извините. Да? Вы имеете право посидеть с девочками. Что, правда? Да-да-да, мы согласны. Так, девочки. Что, мы? Так, пойдемте со мной, давайте, давайте. При мне говорите, я мать. Я посоветовался с коллегой. Он сказал то, что они имеют право на девочек. Что? Не-не-не, не пугайтесь. Только на часика два. Что? Мама! Но у них правда жизнь плохо сложилась. Да они преступники, которые должны уже в гробу лежать. А, еще моих девочек давайте. Девочки! Чш. Ну, я думаю, это последнее их видение с девочками. А дальше уже как пойдет, либо гроб, либо на исправление. Но пожизненная тюрьма. Мам! Девочки, ладно, посиди с ними. Только очень аккуратно. Деньги дам. О, я первая пойду. Ну вот так и супер. Мам, игрушку куплю. О, я вторая. Мам, я не пойду. Косметику куплю. О, я третья. Привет, братцы. Я Толик. А ты что радуешься? Ты тоже идешь. Да-да, вообще. Как таким глупым можно быть? Блин, где Алина? Может, я вчера как-то обидела? Что ты под нос тебя там дудукаешь? Вот именно. Я ничего. Простите, я пойду. Ну блин, ну где Алина? Она же вчера говорила, что придет. А ее нету. Боже, Настя такая странная. Да. Да не обращайте внимания. Только до Алины нет. Они все смеются с меня. Ах ты! Что такое? Где моя подруга? А я что знаю? С ней точно случилось. Или она не хочет меня видеть? Да на что ты орешь? Я тут точно ваши эти штуки. Ваши посуды тут мою. После ваших слюней. Ну, вообще, уважение ноль. Ой, что прилетело? С небес. Каких небес? Вы знаете, где Алина? Откуда нам знать? Вот именно. Ну, вы же друзья ее. Я ей писал. И я. А что ты ей писал? А ты что? А что вы писали ей? Я тоже писала. Мне кажется, она меня не видеть не хочет. Тебя? А что тебя-то? Ты же ее типа спасла, тут героиня нашлась. Че я хотел вас спасть? Ну, я тут боюсь. Ну, не отвечает. Мне кажется, просто, не знаю, стесняется меня. Алина и стесняться не похожи. Не знаю. Девушки, вы что, меня правда не любите? Не любим. Мы любим маму. Ну, почему вы не хотите быть моими дочками? Потому что ты плохая и воняешь. Что? Вы там не опупели чуть-чуть? Не опупели. Это ты опупела, когда нас воловал. Согласна. Алина, ну, может, останешься с нами? Да суд все сказал. Что вам еще не так? Боже, залезу вот сюда. Хотя бы полежать бы дали. Пишите, тебе там косметику купят. Пойдем, давай, поговори со мной. Хи-хи-хи. Девочки, ну я же вас люблю. Ну, пожалуйста, останьтесь со мной. Мы сказали нет. Я тут ради глусов. Я ради денег. Я ради косметики. А ты мне дашь? Еще чего? Вот и свои деньги и купишь. Точно. А мне продадут? Детскую? Да, а взрослую нет. Алина, тогда ты за меня купишь. С чего это? Не хочу.
Девушки, может, вы отойдете? Я должна следить. Да я прослежу. Да я заметил, вы уже тут 2 часа спали. Шо, кто бы говорил? Не скучай, я давно с вами. Девочки, может, останетесь с нами? Да отстаньте вы от нас! Вам сказали 2 часа с нами сидеть. Мы уже хотим уйти. Ну, можно я их уже заберу? Фух, сейчас прошу сюда. Извините, можно ли девочку уже забирать? Да пусть забирают. О, можно. Ну, давайте, давайте. Открываю. Так. Так, а девочки, давайте ко мне. В смысле? Мама! Пойдемте скорее. Ну, девочки. Все, до свидания. Надеюсь, вы скоро... ладно, все, до свидания. Ну, блин. Все, можно отправляться домой. Спасибо, мы знаем. До свидания. До свидания. А я-то чё? Ой, девочки, вас же забрали, привет. Привет, пап. Ну, как эти ваши родители? Да они ужасные вообще. Ага, вообще ужас. Может, их пристрелить? Что? Все, пойдемте. Угу. Наконец-то домой. Алин, у тебя уже уроки закончились? Ну, последний еще, может быть, будет. У нас во вторник много уроков. Тогда в школу пойдешь, да? Нет, я домой! Ой, да успокойся, ребенок он какой пережил, пусть дома побудет. Ага, математику не прогуливать. Что делать будем? Вдруг нас уже никогда не выпустят? Выпустят, я договорюсь. Итак, дорогие мои преступники, у меня для вас кое-что есть. Да, что такое? Во-первых, это решение суда. Вы лишаетесь своего дома, вообще места жительства, и до кануне смерти вы остаетесь в тюрьме. Что? Нет! Так, не орать, пожалуйста. У вас есть какие-то родственники? Потому что с родственниками мы вам разрешаем видеться только раз в 2 года. Что? Так, все, успокойтесь, пожалуйста. Есть у вас родственники или нет? Да, моя мама гадалка. Боже, гадалок нам тут не хватает. Все, вы все поняли, пока. Я сижу тут уже 2 часа. Я устала. Алина как не отвечала, так и не отвечает. Звоню. И все напрасно. Так, давайте проходим. Настя? Привет. Ну что мы там стоим? Настя! Алина! Почему ты не отвечала на звонки? Я думала, с тобой что-то случилось. Боже, что случилось? Я была в суду. Что? А предупредить ты не могла? У меня там чуть срыв сердца не случился. Прости, я не знала, что там что-то. Что? Нужно вообще предупреждать меня было. Так, девочки, потом выйдите свои отношения. Дайте я зайду домой. Я устала, блин, от этого всего. Мы от тебя тоже. Что? Ну что, идем говорить? Может, ты сама скажешь, а то они потом меня любить не будут. Да они тебя уже 6 лет не любят. Пошли давай. Гави, приветики. Привет, мама, что ты с моей сумкой? С Алиной и Евиной. А вот, едьте вы в деревню. Да игрались лопухи. Что? Какая деревня? Вот такая, Габи. Да, все, бери портфель, я сейчас иду девочек звать. Папа! Ничего не знаю. Ева, иди сюда, пожалуйста. Да тут я, мам. Так, давай одевай куртку и все, едешь в деревню. Какую деревню? Вот такую, Ева. Давай, все. Сейчас иду Алину звать и уже собирай вещи. Хотя мы с папой тебе их так собрали. А я додумаю, где мой планшет? Да блин, где? Мама! Девочки, мой планшет с телефоном забрали. Ничего не забрали, это я забрала. Что? Ничего. Держи сумку, одевай куртку и собирайся выйти в деревню. Какая деревня? Стоп, что? То-то. В деревню едьте с девочками. Я? А почему я? Потому что. Так, все, пойдемте. Так, пойдем, Габи, сейчас вас папа уже отвезет на вокзал. Мама! Да что вы ноете? Не ходи в деревню, что ли, быть? Нет. Вы будете там одни. За бабушкиным огородом будете следить. Почему мы-то? Потому что папа на работе. Я даже за домом следить. Больше некому. А вы хоть что-то сделаете. Зато в школу не будете ходить. Ну ладно. Да, пойдемте, я собираюсь. Так, все. Пойдемте, девочки. Давайте, пока-пока. Пока, мам. Пойдемте, девочки. Амбреллу. Точно, амбреллу. Пойдем. А я ничего. А ты тоже чего? Пойдем. Так, все, скоро поезд приедет. Вы садитесь. И эти 2 остановки потом выходите. А там мама уже геолокацию скинула. Ну ладно. Я не хочу с девочками. Так, Алина, успокойся. Все будет хорошо. Чув. О, приехал. Давайте, пойдемте. У нас будет купе? Зачем вам купе? Вам 2 остановки ехать. Давайте, заходите. Я помогу вам это все освоиться тут. Так вот, садитесь сюда, пожалуйста. Амбреллу забирайте. Я надеюсь, вы все поняли. Давайте, пока-пока. Боже, что там за ур? Поехали! Алина, я не хочу. Да что ты не хочешь? Уже нас отправили. Кладем свои рюкзаки. А что это за деревня вообще? Бабушкина деревня. Там мы будем жить. Я деревня. Я золотой апельсин. Остановка Южная Барселона. 5 минут остановка.
Продолжаем езду. Остановка Деревенские поля. А? Девочки! Основа какая-то! Открывай! Откройте срочно! Боже, что ко мне ломится? Ну, открывай, открывай. Здравствуйте, здравствуйте. Сколько остановок прошло? С какой? С пом-пом. Две, вот сейчас вторая. Спасибо, мы выходим. Девочки, срочно, срочно. Нам выходить надо. Девочки! Да не акайте. Давайте быстро, нам нужно выходить. Ой, капец. Так. Пойдемте скорее. В каком мы голоде? Я что, знаю? Так, мама сказала, что геолокацию скинула. Так. О, тут недалеко. Пойдемте. Эх, ну пойдем. Так, вроде сюда. Пойдем. Так, показывает, мы уже почти пришли. Пойдем. Так, показывает то, что прям вот тут вот где-то. Там же два домика. Представляешь, я вижу, что два. Я не знаю, в какой, походу. Так, наверное, в этот. Как ты думаешь? Я вообще не знаю. Я сижу, жду. Боже, ничего на вас надеяться нельзя. Так, ну, наверное, пойдем в этот. Надеюсь, мы не ошибемся. Пойдем. Ох, идем. Вау, девочки, смотрите. Да на что там любоваться, не понимаю. Так. Ну и что тут? Видеоиглы? Нет, иглуски? Нет. Да посмотри, просто красота какая тут повесена. Так, пойдемте. Ты уверен, что этот дом? Мне кажется, нам в следующий. Вот сейчас узнаем. Давай, пойдем. Есть кто-то дома. Алло? Вроде бы нету. Значит, наш дом. Все, идите. Ула. Наконец-то. Забилась у Амбреллу. Так, рюкзак свой забери. Ой, да забилу. Ух ты, сосиска. Ням-ням. Так, блин, есть потом будете. Я вам что-нибудь приготовлю тут. Вау! Двухэтажная. Так, кровати всего две? Да, всего две. Ну, значит, вы на нижнем месте, а я наверху одна. Что? А что не честно-то? А что вы предлагаете? Все честно. Может, там еще одна комната? Иди посмотри. Ну ладно, сейчас посмотрю. Нам еще какую-то амбреллу запихивать. Тут только, кажется, одна ванна. Так. Нет, что такой большой дом-то? Так. Вау! Это комната родителей. Ну, значит, буду тут я. Так. Это чья одежда? Так, это отдадим девочкам, пуфик. А это нужно будет все убрать. Не надо мне такое счастье. Счастье мое! Ну все, договорились. А наверху ты внизу. Все это мы договорились. Я наверху, а ты внизу. Нет! Я остался, я его белаю. Наверху тебе опасно будет. Поняла? Ничего не поняла. Все не знаю, ничего не слышу. Иглаю себе в планшет. Так, Суса, Ева, если ты будешь спать внизу, я тебе подалю иглуску. Какую? Очень глутую, которую ты всегда мечтала. Я подумаю. Давай думай скорее. Так. Что-то себе покусать есть. Варенье. Так. Ай, вкусное. Но кислое. Нина, что вообще круто, что мы в деревне. Так, посижу пока в телефоне. Не поняла. Интернета нет. Ева, у тебя есть интернет? Посмотри, я не знаю. У тебя тоже интернета нету. Все, мы пропали. Почему это пропали? Интернета нету. Как мы будем вообще что-то делать? Ну, значит, в иглуски играть будем. Без планшетиков. А я во что потом буду играть? Приходи к вам. Вот, какой динозавр. Да? Это крокодил. Какая мне вообще разница? Боже, интернет. Все супер, все топ. Только одного, не самого главного. Интернета. Это кто? Это мы. Все, кш. Нет, туда я больше не пойду. Ну, Габи, а что ты делаешь? Варенье облизываю, попробуй. Да, кисло. Да, кисло. Что там за звуки? Ева, ты очки потеряла. Я не потеряла, я их оставила. О, мама, нет, я могу очки снимать? Да сейчас. А я кто тебе? Ты мне сестра. Пока что я твоя мама. Что вы тут нашли? Показывайте. Да вот, варенье облизываю. Вы чё, совсем? Вообще, что ли, не брезгливые? А что такое брезгливость? О, боже, девочки. Так, просто теперь его выкидывать. Было нормальное варенье, вы его всего облизали. Отдавай. Это мое варенье. Мне тоже дай. Да оно на полу валялось. Так, мне мама не простит, если его не выкину. Это тебе бабушка не простит. Она его тоже своими луками делала. Хорошо, тогда пусть полежит вот тут. Да давай я его помою. Так. Ева! А я помою варенье. Так. Куда оно делось? Что это такое? Варенье пропало. Ева, ты вообще головой думаешь, или у тебя только пустота в голове? Нет, я не знаю. Варенье, оно в воде, конечно же, расплавилось. Как? Варенья нету, что ли, Узе? Нету! Как нету? Мое варенье!
Скажи спасибо Еве. Вы кушать хотите? Нет. Нет! Я пойду посмотрю, что там во все во дворе. Так, куртку одень. Ты мне не мама. А я тебе не папа. Поняла. Все, бусленька, одень, все, будет холосо. И все, я пошла. Как это? Я что, крутая, меня все слушаются? Да, конечно. А, ну понятно. Так. Вау, это что, склипка? Так. Ой, что-то какой-то непонятный звук, ничего не умеет делать. Так. Вау! Гуль. Привет, Гуль. Я тёмный Гуль, гуляю по ночам. Так, ладно, Гуль, сиди. Так. Оп. Яблочки. Вкусненько. Ту-ту-ту. Курицы. Сластные очень. Так. Вот это курицы. Так, а это что за домик такой? Вау, миска. Какой красивый, забил себе. Тут какой-то диван. Опа, так он раскладной. Я смогу тут переночевать сегодня. И без этих тупых девочек. Ночью. Точно, буду сегодня ночевать тут. Еще улыбка есть, микроволновочка. Если это поглеть надо. Сок, чипсы. Давай степлям лай. Все, пусть он тут сидит. Я к тебе сегодня еще вернусь. Простите. Привет. Ну, привет. А варенье будет? Да не будет никакого варенья. Вы кушать хотите? Ну, давай. Зайдите, переодевайтесь, точнее ты, Габи. А я что-нибудь тут посмотрю. Ну, вот здесь курица, что, мясо. Сейчас посмотрим, что тут есть. Да, ни картошки, ничего. А я там гуляла, я видела у лозай. О, тогда мясо и картошка не нужно. Одеваемся, идем за урожаем. Что, копать? Да, копать. У меня лук нет. Габи, нам еще долго идти. Да вот плесли, узы, чего вы ноете? Вот, смотри. Так, тут висколтоска вот нарисована. Фу, где нарисована картошка? Это вообще точно к нам относится? Да, да за нас улазай. Значит, к нам. Ну, надеюсь. Вот, смотри, вот колтоска. Так, ну сейчас посадим. А, ты смотри, тут уже посажено, вот видишь. Откуда ты знаешь, что это колтоска? Ну как, откуда, Габи? Так, бери лейку и поливай. Я? А кто, я что ли? Я посмотрю, что тут еще есть. Пу-пу-пу. Ну ладно. Так. Как это все делается? Так. Опа. О, я отсюда вырастила. Ну вот и выращивай дальше. Так. Опа. Оп. И еще. Так. Я какая молодец. Так теперь на нас соблать надо. Блин, я не умею. Ева! Да что тебе, Габи? Чего? Там соблала и спокойно стоим. Я вас там моюсь. Пс. Собирай колтоску, вот тебе пакет. А с чего это ты командуешь мной? А с того, я с ее вылостила. Вот раз ты вылостила, сама бы соблала. Так, как-то все вылазила, что не собирается даже. Так. Ой. Забилаем. Я все. Ну, молодец, спроси тебе искать эту Алину. И Амбреллу забелю. Яблочки какие-то интересные. Так, вот тут поле, так. Я сама обосралась. Ты разговариваешь? Ой, забыла. Стою. Боже. Ой, кукурузу заберем. Так. Боже, что это вообще было? Ладно. Опачки. Атмострактор. Так, опа. Ну что ж, поехали. Так, включайся мотор. По полям, синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. Ты слышал, кто песню поет? Ну, Алина, кстати, запела. Алина и песня, ты уверена? Уверена. Так, бери пакет, а я хотела бобы всегда поплавать. Подожди-ка. Так, Амбрелла, последи за колтоской. Так. Офигеть! Это за они! Вау! Пластите, ухожу. Тут еще пикничок. Фух, как я устала. Так, странно. Я же закрывала этот шкаф. Вообще, блин. Так. Девочки, что вы тут делаете? Кто вы? Что они там орут? Боже, пойду проверю. Так, девочки, что вы орете? Вы кто? Здравствуйте, а вы кто? Что вы делаете в моем доме? Стопэ. Я тебя помню. Ты за меня спасла с тюрьмы. Когда я не хотела, я хотела домой тогда, и ты меня спасла. Или спас. Да, Габи, я тебя помню. Габи, это кто? Я не знаю, но меня с тюрьмы спасла. Уходите, это наш дом. А ничего то, что я тут уже очень давно живу. Нас сюда родители отправили в деревню. Вы уверены, что не ошиблись домом? Не ошиблись. А вдруг мы ошиблись? Я же тебе говорила, но забыла проверить. Так,
чем мы не ошиблись? А можете, пожалуйста, снять маску, а то как-то не очень удобно говорить с помидором. Во-первых, я не помидор. А во-вторых, я не хочу показывать вам свое лицо. Я ее тоже пласила, или пласила. Она мне не показала, или не показала. Кто вы, хотя бы женщина или мужчина? Да, как вам обласяться? Я женщина. Ну тогда покажи мне свое лицо, зентина ты такая моя дорогая. Ой, извините, я не хочу. Показала пысла! Так, вы пришли в мой дом, еще командуете? Я звоню в полицию. Дамочка с переулочка. Тихо-тихо. Хорошо, не нужно нам ваше лицо. Успокойтесь. Вы собрались тут жить? Да, это мое место жительства. Что нам делать? А мы можем остаться тут? Можете. Только если не будете, просить снимать мне маску мою. Холосо. Спасибо. Старшая, как вас звать? Я Алина. Я могу с вами спать? Да. А там же на улице есть домик, спите там. Так может это вам там спать? Ладно, поняла. Какой еще домик? Да я просто наслала, как это домик. Габи, видите, ты не договариваешься. А Амбрелло с вами? А откуда вы знаете про Амбреллу? Я послушала в тюрьме, Габи о ней говорила. Габи, ты говорила Амбрелле? Я тебя помню. Запах зентины моей. Туф, тю-тю. Туф-туф-туф. Так, девочки, боже, что с вами? Ну-ка успокоились и спать легли. Узе спать? Мы же без родителей. И что? У нас какая-то мадам тут пришла, извините меня. Теперь тут ничего не поделаешь. Эх, давайте без эхов. Алина, а чё ты в осенней футболке? Вот мы ходим в футболке, да, Ева? Да, ты в какой-то кофте. Тут тепло. Тепло, ну знаете, что мне мама купила? Точнее, с собой дала, смотрите. Так, ну вот. Лосала. Девочки, это не смешно. Так, все, ложитесь спать теперь. Эх, ладно. Амбрелла тут забелёс? Зачем? Мне там какая-то особа спит, извините. Можем я только в дом положить этот. Так, берите свои игрушки. Тебе и тебе. Так, я наверху, все, не обговаривается. Ну успокойся, это нормально все. Ладно, спокойной ночи. Спокойной ночи. Так, и время. Так, оп, и оп. Так, быстро зубы. Все, готово. Так, переодеваемся. Боже, она уже спит. Как я ее боюсь. Ой-ой. Может, с нее маску снять? Так, Алина, нет. Нет, ладно. Все-таки сниму. Я быстренько, ну интересно же. Так. Че ты меня трогаешь? Прости, пожалуйста. Я хотела маску снять. Я тебе русским языком сказала. Если остаетесь, то маску с меня не снимать. Прости, очень интересно. Отстань. Завтра, если эту ночь продержишься нормально, покажу лицо. А правда? Правда, обманывать не буду. Ладно, спасибо. Я буду хорошо спать. Все. Чик-чик. Так. Запах зентины моей. Я хочу вернуться к ней. Так. Все, быстро. Так. Ой, холодно. Ладно, сойдет. Гуль, пошли. Гуль, да ты спи, что ли? Гуль. Давай пошли. Так. Нормально. Так. Что главное, тихо, чтобы петух сало не зало. Как корику? Все нормально. Так, Гуль, иди спи. Вот сюда, вот, нормально. Так, Светики сюда. Иглуску ко мне. А теперь можно обедать. Ням-ням-ням. А теперь можно и спать. Опа. Всем спокойной ночи. Спокойно. Звем-звем. Это что? Ой, это петух Петя. Каждое утро воет. Вот это петушок. Фух. Так, ладно, все-таки жарко. Я пойду своих сестер будить. Так, о боже. Вы тоже испугались? Обослались! Это вообще что такое? Я в жизни таких звуков не слышала. Это то же самое. Это петушок Петя у них тут орет. Ой, петусок. Да вот именно. Так, Габи, вставай. А где Габи? Габи! Сейчас Амбрелла все вынюхает. Она тут точно была. Опа, а вот и девушка. У нее было плеветики. Я тут с Гулем тусовалась. Да заметно, пошли давай в дом. Холосу. Мы тут. Габи, ты где была? Да там, я тебе сказала, плотдом какой-то. Вот я там ночевала. А ты спросить разрешение хотела? Нет, не хотела. А это у тебя кто? Это Гуль. Гуль? Какой еще Гуль? Ну темный Гуль, ты не Салис. Сама ты не шаришь. Так, девочки, мне эта девочка... Все, извиняюсь. Мне эта девочка, помидорчик, сказала вчера то, что покажет сегодня лицо. Опачки. Так, пойдем. Вот именно, пойдем. Так.
Ну, приветик. А что вы тут собрались? Ты лицо показать хотела? Вот именно, мы ждем все внимание. Уже? Сейчас же раннее утро, только петушок прогудел. И что? Ты же обещала, вот сегодня-сегодня. Ой, да ладно, пойдемте. О-о-о! Что-то наметяется. Запах зенсины. Да хватит тут воспевать. Так, ну что ж, садитесь. Отодвинулась бы хотя бы. Как бы это вообще-то красный стул, красный цвет, помидоры цвет. Ух ты. Так, я сюда, ты сюда. Ну, давай мы все во внимании. Фух, вы меня очень хорошо знаете. Я уже поняла. А ты меня тут спасаешь из тюрьмы. Капи, ты это Витис. Сто визу. Валенье. Так. Опачки, дай. Какое вкусное. Давай уже, показывай, интересно. Да показываю, показываю. Только, пожалуйста, без лишних вопросов. Ладно. Боже, я боюсь. Еще сильнее бояться будешь. Давайте раз, два, три, четыре. Не в рифму, амбрелл. Давайте заново. Раз, два, три, четыре. Да, Лена! Так, все, я показываю. Вот. Крис! Девочки, бежим, бежим, уносим ноги. Да, пожалуйста, ну не надо. Я исправилась, я хорошая. Да какая ты холосая. Ты плохое, ужасное создание. Алин, ну это было лишнее. А нам жизнь испортила, теперь тут с ней жить, в одной кровати спать. Ага, сейчас. Я же хорошая, я изменилась. Почему они меня не принимают? Так, все, мотаем отсюда ноги. Слушай, Алина, успокойся, пожалуйста. Ну, задайте некоторые вопросики. Согласна, согласна. А ты делзы. И там еще... Кто он тут я? Служанка. Непон. Клис. Да, девочки. У нас тут некие вопросики. Во-первых, что тут делаешь? Я тут живу. Мои родители же отказались от меня вообще в тюрьме там. Тетя не ищет. Да-да-да. Откуда я знаю? Может, ищут, я не знаю. Я просто живу тут, и мне нормально. А тут вы пришли. Я вообще ни в чем не виновата. Что ты нам сразу не сказала? Я вам говорила то, что вы ошиблись с домом. А вы такие, нет, нет, а ты ошиблась. А я тут живу уже полгода. Сколько? Ну, не полгода, ну, ладно. Ты точно изменилась? Конечно. Да ладно, шутка, шутка. Правда, я изменилась. Ну ладно. Алина! Сейчас еще и тика ты Крис, ага, сейчас. Чего? Сама говорилась, не придется, а сама плесла. Так, слушайте, заберите своих амбрелл. Не поглядись тут со словами. Алина, прости, пожалуйста. Я правда была плохой, но я изменилась. Как я могу тебе верить, если ты одна из этих? Из кого? Из этих вонючих людей. Но, во-первых, я не вонючий. А кто? Вкусно пахнущий. Я просто научила ее быть запах зентины. Так, амбрелла. Запах зентины моей, я хочу.